идем. Куда мы идем? Мы идем на пляж Каньялты, район Каньялты. Новая набережная Каньялты. Вот такие вот красивые виды здесь открываются. А здесь Анталийский музей. Парковая зона. Рекомендую всем посетить этот Анталийский музей. Очень красиво. Здесь смотровая площадка. Вот так вот. Спуск зигзагообразный. А вот там вдали лифт сделан. Можно спуститься на лифте. Прямо на пляж Каньялты. А вот уже и сам пляж виднеется. Идем дальше. Вот такая зигзагообразная дорога, по которой сейчас мы спустимся и выйдем к морю. Люди занимаются спортом, бегают, ездят на велосипедах. Изумительные виды. Перед нами видна пещера, вход, красивые кустарники. Нам надо на ту сторону. Да-да. У тебя ноги пустите. Вот мы уже спустились на середину. Красивые деревья, кустарники. Вот такая красота тут цветет. Вот такая красота. Все цветет и пахнет. Очень ароматный. Очень ароматный все. Такие скалы. Обратите внимание, как чисто и аккуратно везде. Можно тут спуститься. Летят самолеты. Очень красиво. Шикарные виды. Просто шикарные виды. Вот мы уже все ближе и ближе к пляжу. А это зарядные стоят комплексы для мобильных устройств с Wi-Fi. Они сделаны везде, вдоль всего, всей набережной Каньялты. И кругом все чисто и аккуратно. Чистота. Такое ощущение, что здесь все моют, вылизывают постоянно. Очень чисто кругом. Вот это зарядка. USB Charge Point. Вот зарядные два устройства. USB. На каждой стороне. Wi-Fi. Лифт. С лифта открывается хорошая панорама. Мусорные контейнеры. Пожарный гидрант. И вот мы вышли на набережную Каньялты.
парковая зона. Замечательно все сделано. Люди отдыхают. Скамейки кругом деревянные. Вот он лифт. Общественный лифт. Его сделали, начали делать в декабре прошлого года. 2018 года в декабре начали делать. И в мае он уже открылся. В начале мая. В конце апреля, в начале мая он уже был открыт. Работал уже вообще. Вот такие вот детские площадки на всей набережной. Вдоль всей набережной. Вот такие детские площадки, кафешки, USB-порты, Wi-Fi-порты. Все для людей. Воздух. Просто санаторно-курортный. Невозможно надышаться. Здесь люди живут в раю. Вот такие красивые деревья. Вот такая красота. Спортивная площадка, спортивные тренажеры. Вот там открывается вид. Виднеется вдали отель Ромада Плаза, где мы остановились. И откуда мы пришли сюда. Мопеды. Там парковка велосипедов. Вот здесь парковка велосипедов. И вот там вдали можно будет брать в аренду велосипеды. Кругом отдыхают люди. Сегодня суббота, вечер. И поэтому люди пришли на пикник. Стоят кабинки для переодевания. Детские площадки. Все сделано красиво везде, аккуратно. Примерно получается через каждые метров, наверное, 200-300 расположены детские площадки и спортивные площадки. Велосипедная дорожка. Дальше она будет другая, пойдет. Беговая дорожка скоро начнется. Кафешки. Шезлонги. Скорее всего, это эти шезлонги, это кафе. Работает для отеля. Вот здесь вот находится отель Rixos Downtown и Skyback Fallis. Скорее всего, вот это вот кафе относится или к Rixos Downtown, обслуживает, или Skyback Fallis. Но в принципе здесь могут зайти поесть и абсолютно любые люди, проходящие мимо. Здесь это не воспрещается и даже приветствуется. By Two Doors Beach. Идем дальше. Красивая пальма. Кругом высажены как старые деревья, так и новые абсолютно посажены. Очень красивая набережная, каньоты сделали. И сделали просто в кратчайшие сроки. Буквально за полгода произвели реконструкцию этой набережной. Да, красивые деревья. Цветущие. Вот от Rixos отель, огороженная территория. Здесь, видимо, проходит какой-то чемпионат. Archery World Cup 2019 от Rixos Downtown. Здесь вот такие деревья. Следующая кафешка. Тогда, скорее всего, наверное, это относится к Rixos. Хотя, может быть, и нет. Roxy Beach Club. Roxy Beach Club. Там дальше. Вот ряд кафешек начался. Идет поле, на котором можно поиграть в футбол, погонять мяч. Просто кругом кафешки. Море, спасатель, кабинки для переодевания.
Вот такие пальмы. Все очень здорово. Чистота и порядок. Деревья распустились, кстати. В декабре эти деревья были в таком состоянии, вне, в полузасохшем, так скажем. В полузасохшем состоянии эти деревья были. А сейчас все распустилось, зацвело. Очень красиво. Да, пройдет буквально 2-3 года, и эти деревья просто распустятся очень сильно. А в декабре они были как палки, просто стояли палки. С декабря, и сейчас конец мая, и вот так они уже расцвели. Новая кафешка Aloha Falls Beach. Люди катаются. Вот пошла череда кафешек. Прямо сплошной линией идут. Кафе, 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 кафе. Сплошь кафе идут, череда. Здесь все красиво сделано. Расположены шатры на море. Кому надо, покупают себе место в шатре и отдыхают, наслаждаются. Вместе с шатром люди покупают также сервис обслуживания, то есть в шатер приносят еду, напитки. Все это входит в стоимость. Снова кафе с этой стороны. Кругом посадки новые. Только на озеленение этой территории, я думаю, ушло просто огромное количество денег. Кафешки, люди сидят, отдыхают. Фламинго. Очень красиво, богатая зелень, очень ароматный воздух. Детская площадка снова. Wi-Fi. Кафешки, диванчики, качели. Кабинки опять для переодевания. Протяженность набережной Каньялты составляет 7 километров. Это к тому, с какой огромной скоростью и как быстро турки провели реконструкцию на этих 7 километрах. Как они быстро все это обустроили. Привели в современный вид. Эта набережная стала... Ну, на мой взгляд, эта набережная стала намного лучше, чем та же набережная в Ницце. Если раньше я восхищался набережной в Ницце, то сейчас нет. Набережная Каньялты намного лучше. Просто по всем параметрам она ее бьет. И море здесь чище. Но оно и раньше было чистым. А сейчас, когда вот так все сделали красиво, цивилизовано, все для людей, то сейчас здесь стало намного лучше. Еще не все, кстати, кафе открыты. Сезон еще не наступил. Сегодня 25 мая 2019 года. В сезон все это будет работать полностью. На народу сегодня суббота, конечно же, уже очень много. Суббота, воскресенье, по вечерам народу много, люди отдыхают, веселятся семьями,
Дети играют. Очень хорошо тут. Также здесь очень много русскоязычного людей. Бывшая СССР, так скажем. Народ переехал сюда. В Анталийском регионе проживает на данный момент ориентировочно 150-200 тысяч русскоязычных людей. Это очень большое количество. Буквально идешь по городу, в любой части практически города, центра, и тебе, если ты спросишь по-русски что-то, тебе обязательно ответят. В редких случаях, когда не смогут ответить тебе или тебя не поймут. Вот прошла семья русскоязычных людей. Жена просит купить кукурузу. Что мы сейчас и сделаем. Если она здесь есть, конечно. Да, вот, вроде ее тут варят. О, какой аромат. Как вкусно пахнет вареной кукурузой. Вот такие вот фонтанчики питьевые. Народ отдыхает. Кафе Мадо или Мадо, не знаю, как правильно. Катаются на электроскутерах. Морской бриз. Сосновый воздух. Аромат, сосновый аромат. Морской бриз. Чудесно. Аня, ты чувствуешь морской бриз, запах моря и смесь с сосновым ароматом? Прямо шикарный воздух. Прямо супер. Вот мы подходим к новому ряду кафешек. Спортивная площадка. А здесь в аренду дают велосипеды, электроскутеры. Такая вот кафешечка. Биртузлу. Блатлы. Люди отдыхают. Вот эта синяя дорожка велосипедная. Здесь жандармерия, охрана, так скажем. Детская площадка снова. Велосипедисты ездят взад-вперед. Здесь отель. Тут надо войти к ним, открыть, когда трафик обеспечить. Административное здание. Вот такая тут спит собачка. Опять идет аренда скутеров. Электро. Еще одна собачка спит, отдыхает. Ох, какая рыбина тут у нас. Акула. А как хорошо здесь. Аромат. Дышать, не передышать ароматом. Восхитительный воздух. Туалет. Папа. Да? Сюда подходите. Вот такая сделана площадка для роликов, скейтбордистов, прямо у моря, на набережной Каньялты. Кафешки опять. Кафешки на кафешке тут расположены. Хош бистро. Ну а мы идем дальше. По набережной Каньялты. Цель нашего путешествия — это гриль-хаус, ресторан гриль-хаус.
Зимой в декабре мы в нем были несколько раз. Самолет полетает. Нам он очень понравился, Грильхаус. И мы сейчас решили также в него сходить поужинать. Хоть у нас взят отель Ромада Плаза Анталия с ультраволом, но Грильхаусу мы решили посвятить отдельный ужин. Дальше план. Аквариум вот там расположен. В здании виднеется аквариум на местном. Флаги. Сцена. Здесь проходят выступления. Люди смотрят что-то. Скорее всего, тут, наверное, футбол люди смотрят. На велосипедах ездят. Идем дальше. Вот такая вот дорога сделана для общественного, для транспорта, вернее так сказать. Для транспорта сделана вот такая дорога, брусчатка. Красиво, хорошо. Пешеходные переходы. В Турции начали наконец-то уступать дорогу водителям, пешеходам. Там видны горы. Да, здесь море. И хоть, вот здесь вот проходит довольно-таки оживленная автомобильная дорога, и также, видимо, здесь и ездят общественный транспорт, стоит остановка. Но воздух, благодаря этой растительности и благодаря морю, воздух очень хороший. Чистый, хороший воздух. А здесь остановка такая с кондиционером, с Wi-Fi, с зарядкой. А вот там черная дорожка, это беговая. Да. Беговая дорожка. Ты откуда знаешь? Тебя тут не было. А, тогда? Вот дома. Новостройки стоят, строят. Да, новые дома строят, старые дома стоят. А мы идем все дальше. Возвращаясь к беговой дорожке, вот она черная, и она амортизационная. По ней бегать очень приятно, легко. Бежишь, и ноги пружинят. Сейчас я даже пробегусь, наверное, на ней, по ней немножко. Испытаю. Да, действительно. Очень хорошо бежать. Пружинит. Свой забег я устроил. Свой забег я посвящаю ресторану Грильхаус. Ура! Все, забег окончен. Идем дальше. Все ближе и ближе. Продолжаем идти. Ресторану Грильхаус. Вдоль набережной Канилты идем. Вот там у нас также все хорошо сделано. Вот ресторан Нобель. Вот, кстати, ресторан Нобель на Гугле я смотрел. Достаточно такой хороший. Там интересное оформление, стиль оформления интересный. Какую дырку сейчас?
тут сделано красиво. Набережная Конь-Ялты. Давай, стоп. Положи. Ох, какой. Кс-кс-кс-кс-кс. Все. Загасилось. Кактус, да, шикарный кактус. Тут вообще шикарно растить. Вот смотри, домик. Так никто и не продает и живет. Люди, которые живут в этом домике, вот на этой маленькой небольшой территории, они, по сути, валютные миллионеры. Как минимум, этот участок с этим домиком стоит, ну, не меньше 5 миллионов долларов. И они не продают. И они его не продают. Там, может, бабушка. Потом они его продадут, может, миллионов за 10 евро. Потому что с каждым годом здесь земля дорожает и дорожает. Отельчики небольшие. Различные лавочки с одеждой для туристов. Вот такие кустарники красивые. Кафе Бистро. Велосипеды. Так, пошли. Пустой участок земли. Но здесь, скорее всего, наверное, ничего не построят, потому что что-то уже сделано когда-то было. И замерло. Остановка. Красивый остановочный комплекс. Ничем не измазано. Ничем не заклеены. Детские площадки. Кафешки. Прямо на набережной Конь-Ялты. Местные люди там. Давайте побыстрее вступаем. Идем дальше. Отель впереди. Дальше все снимаем. Вот пустое поле, пустая земля, которую еще пока никто не выкупил. Такой участок земли. Но это минимум 10. Аня, вот в декабре, по-моему, не было. Вот я не помню, чтобы в таком виде тут стоял. Тут, может быть, были какие-то просто сваи. А смотри, как уже. Техас стейк, ресторан Грильхаус. Поэтому в Москве тут берут за это 25 тысяч.
Ну, сыровато. Можно его поджарить. Ну, сыровато. Да.